освоение средств нацфонда, выделенных Самрук-Казне в рамках госпрограммы «Нурлы жол», проводится в запланированном объеме согласно плану финансирования. В 2016 году было предусмотрено 143,4 миллиарда тенге, из которых 46 миллиардов – это капитализация и 97 миллиардов – это облигационный займ. Из 46 миллиардов 36 миллиардов уже получено. Они освоены нашими дочерними компаниями. В основном это же КТЖ, строительство вторых путей на участке Алматы-Шу. Выделенные средства полностью освоены. В результате уже в 2016 году будет построено 110,7 километров железной дороги. Ввод в эксплуатацию позволит увеличить грузооборот и провозную способность участка. И мы ожидаем, что объем перевозок составит 37 миллионов тонн вместо 31 нынешних 31 миллиона тонн. Значит, по проекту строительства паромного комплекса в порту Курук, эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов, все средства освоены. Значит, и это позволит обеспечить объем перевалки грузов в объеме до 4,1 миллионов тонн. Значит, по проекту строительства объектов инфраструктуры СЭС, Национальный инженерный центр нефтехимии в Атырауской области, 10 миллиардов тенге, о которых в прошлый раз говорили, сегодня уже выделены, и они будут до конца года освоены. По облигационному займу 97 миллиардов было выделено, из них 20 миллиардов было перераспределено, то есть осталось 77 миллиардов. На эти средства будут построены 500 тысяч квадратных метров жилья и свыше 10 тысяч квартир. По указанным средствам уже из 77 миллиардов 42,8 миллиарда тенге на сегодняшний день освоены. В результате будет введено в эксплуатацию 213 тысяч квадратных метров жилья и 4030 квартир. Спасибо.